Привет. Пестеры, с вами Морж. Ну что ж, начинаем потихонечку делать гайды для нашей игры. Как я вижу, огромное количество людей не понимает, в принципе, что делать, как делать. Всем нужно объяснять. Я уже месяц потратил, в общем, который был до этого, на то, что я объяснял, но люди считают, что им оно не надо. Спасибо тем, кто смотрел мои видео, спасибо тем, кто пытался разобраться. Действительно, на канале есть плейлист гайдов, в котором много всего интересного и, в принципе, есть ответы на все вопросы. Поэтому в этом видео я хочу собрать, ну вот, максимально сжато то, что нужно сделать до того, как выходить на поле, по каким схемам работает вообще наша PS Mobile. Начнем мы, наверное, с самого такого очень частого вопроса. Как продлевать контракты? Вы видите, у нас легенды, иконы без контрактов, тем не менее, у меня состав продлен. Ничего сложного в этом нет, ребят. Всем на старте 22 части раздали по 10 продлений контрактов на 60 дней. Вам нужно зайти в мою команду, так, найти игрока без контракта, вы видите, и нажать продление контракта. Вот на данный момент у меня 43 контракта есть. Кроме 10, которые раздали каждому, также, сколько у тебя было иконников, столько тебе еще контрактов насыпало сверху. У меня было 54. 4 контракта на старте. Если же у вас этих контрактов нет, вы можете их приобрести. Да, очень дорого. Тем не менее, нужно перейти в магазин, зайти в магазин за очки eFootball, они же ебалы. И в разделе предметы, вот он, этот контракт есть. Один контракт стоит 25 тысяч ебалов. Вот так вот дорого. Ну, а что поделать? По-другому контракты не продлить. Дальше давайте разберемся с тактиками, сыгранностью и всем остальным. Значит, сначала вам нужно выбрать, по какому плану игры вы будете играть. Нажимаете на тренера, здесь у нас есть смена тактической схемы, выбираете тактику, которую вы хотите играть, и есть смена стиля команды. Тут у нас 5 вариантов, про них я тоже уже рассказывал, можете посмотреть предыдущие видео на моем канале, там я рассказывал подробно, что такое контроль мяча, что такое быстрая контра, что такое длинная контратака. Я вот выбираю себе длинную контратаку, мне она понравилась. Выбираете стиль, которым вы, собственно, хотите играть. Далее, если нажать справа от вратаря на человечка, вы видите, насколько хорошо игрок подходит под этот стиль. И видите общий уровень стиля команды 83. Нам нужно, чтобы там было 100. Поэтому придется покупать хорошего тренера. По тренерам, что я вам советую? Советую, конечно, для мобильщиков вопрос денег стоит не так остро, как для ПК-консольщиков. Вот, покупать действительно сразу дорогого тренера. Я вот себе взял это Симеоне, да, из Атлетика Мадридского. Как вы видите, у него показатель длинной контратаки 85. Чем выше этот показатель, тем меньше показатель сыгранности должен быть игроков, чтобы в итоге получилось 100. Сейчас я вам, в принципе, покажу, как это делается. Если вы хотите играть в контроль мяча, то тут у нас, Гвардиола, конечно же, из Манчестер Сити, контроль мяча 87. Если вы хотите играть в быструю контратаку, тут у нас Клоп от Ливерпуля 87. Ну, я думаю, вы все это понимаете. Кроме этого, у тренеров есть специальные навыки, так сказать. Вы видите, что если играть с Симеоне, игроки на позиции защитник будут получать за матч на 300% очков опыта больше. Про это я тоже рассказывал уже. В принципе, можете вернуться и посмотреть. Если вам это прям сильно интересно. Если не интересно, конечно, то можете дальше тыкаться, как слепые щеночки. Потому что я столько уже комментариев, если честно, прочитал. Там, я запорол игрока, я не знаю, что делать, я не знаю, как делать. Ребята, я месяц выпускал видео, где показывал вам все эти механики. Скажите, я виноват в том, что вы порите игроков? Или, может, вы виноваты, что вы не хотите ничего нового узнавать? И в итоге потом в такую ситуацию попадаете. Так, будем мы сейчас скачать сыгранность у игроков. У меня игроки немножечко прокачаны, вот. Будем здесь выводить примерные цифры. Когда у меня тренер действительно хороший, да, с контратакой длинной 85, я всем сыгранность буду качать примерно в 80+. И я думаю, таким образом я дойду до соточки. Ну и прокачку игроков вам тоже покажу. Конечно, к сожалению, сейчас очень неудобно искать нужных игроков, то есть здесь нельзя сортировать, вот есть позиция, вообще рейтинг, порядок подписания, контроль мяча, там, по стилю, но нет, типа, игроки в команде, или одинаковые игроки, почему такого пункта нет, я если честно, вообще не понимаю. Ну, давайте начнем, и тут еще и постоянно в начало откидывает, короче, очень на самом деле неудобно. Значит, так, у меня в нападении два оттянутых форварда, это Румениги и Кройф. Смотрите, оба первого уровня, они не прокачаны. Чтобы прокачать, нужно нажать тренировка для повышения и использовать на игроке, собственно, тренера опыта. Можно также их прокачивать в матчах, но там дает не слишком много опыта. Тем не менее, на канале у меня есть видео, как быстро прокачать игрока именно в матчах в eFootball 2022. Нужна тебе эта информация?
идешь на канал, смотришь гайды, там это есть. Так, мне нужно ему вообще поднять уровень. Давайте, не знаю, пару тренеров опыта по 4 мы ему закинем, и он поднимется до 3 уровня, у меня получится 4 очка прогресса. Ну, пока мне этого достаточно. Нажимаем продолжить, тренировка завершена. Снова нажимаем на Кройфа и нажимаем на прогресс игроков. Вот здесь вот прокачиваются у нас два варианта. Здесь, во-первых, прокачиваются параметры игрока, во-вторых, соответствие стилю команды. Итак, я играю длинную контратаку, и мне нужно прокачать ее у Кройфа. Кстати, какая у него она изначально? А где здесь посмотреть, какая она? Так, вот это еще один геморрой. Тут нельзя посмотреть, какая она у него в принципе. Так, открываем, значит, карточку. Значит, контратака длинная, у него 60. Значит, на 2 очка мы сейчас ему это все дело поднимем. Так, прогресс. Соответствие стилю команды. И контратака длинная поднимаем на 2 очка. Вот так вот. Как вы видите, контратака длинная стала у него 80. Дальше мы идем... Ну, в смысле, да, продолжить. Продолжить. Да, контратака вот длинная будет 80. Окей. Дальше мы идем к Румениге. Румениге у меня тоже первого уровня. Сейчас мы ему закинем Да можно даже давайте 20 тысяч опыта в него закинем. Он сразу поднимется до 7 уровня. Почему бы и нет? Как видите, тренеров опыта у меня много. Если у вас возникают вопросы, где их брать, либо отпускать игроков, именно поэтому я вам в конце 21 части советовал набирать как можно больше игроков, чтобы в 22 части их отпустить, получить и ГП, и тренеров. Лайк, если смотрел эти видосы, лайк, если так сделал, у тебя тоже дохрена тренеров. Идем в прогресс игрока. Так, соответствие стилю команды. Ух, давайте тут тоже на 2 поднимем, сколько у него будет. У него тоже будет 80. Нажимаем продолжить, нажимаем продолжить. Таким образом, мы прокачали до 80 сыгранность с тренером с этим стилем у двух игроков. И, как вы видите, общий стиль нашей команды поднялся до 85. Если он поднимается до 90 или... Ну, по-моему, и на 99, и на 100, если у вас 99 или 100 стиля, то ваши игроки будут получать еще плюс 3 к общему рейтингу. То есть сейчас они у меня на данный момент получают плюс 2. Вы видите, Румениге, он у меня как бы 90, но при этом, когда я его ставлю на поле, при этом тренере и при этой сыгранности, он становится 92. Аналогично с Кройфом, он 93, но на поле он 95 из-за этой сыгранности. Если я подниму уровень стиля команды до 99 или 100, то все игроки будут получать плюс 3, то есть Румениге станет 93, Кройф станет 96. Вот так вот все это дело работает. Я думаю, мне хватит поднять всем этим игрокам сыгранность до 80, чтобы стиль был 99. Может быть, немножечко не хватит. Тогда я просто по одному игроку буду поднимать до 90, чтобы общая цифра была нужна и общий стиль команды был соточка. В принципе, наверное, на этом все. Я думаю, вы поняли, как подготовить свою команду. Обязательно выберите тренера, обязательно выберите стиль, которым вы будете играть. Обязательно прокачайте игрока. Стиль, которым вы будете играть, и будет вам счастье, и будет вам бонус. По гайдам, как вести себя на поле, защищаться, обороняться, это все, ребят, в перспективе, я не могу делать все одновременно, поэтому, если ролик был полезен, само собой, жду от тебя лайк, комментарий, всю эту ютуберскую чепуху, и на этом прощаюсь, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.